Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Назначен сеанс. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер, Талос. Напоминаем, что политика компании обязывает вас регистрировать добровольные сверхурочные часы. Здравствуйте, рад вас видеть.
назначен сеанс. Хорошо. Теперь мы доживем до спасения. Возьмите еду, пейте воду. Вот, открываю морозилку, как обещал. Много мертвых кукол и припасов. Идите. Берите, что хотите, только оставьте мне кукол. Может, у них есть полезные вам вещи?
Или там внутри есть другой выход? Если хотите есть, ешьте. Почему никто не пришел обедать в назначенное время? Старовская железка. Вы не спите, Мью? Может, замерзли до смерти? Я взял игрушечный экран у куклы. Вижу все имена в списке. И ваша тоже. Значит, теперь вы слушаете. Я знаю, кто вы, Мью. Дочь Уильяма Ю. Уильяма. Транстар. Вечно играют с жизнями. Нет, я посмотрю, как эти твари будут вас жрать, как тогда вы хотели скормить меня им. Или вас убьет холод, сделает из вас замерзшую куклу. Я все еще в хранилище данных. Не знаю, почему ты не отвечаешь. Надеюсь, ты в безопасности. Если все станет плохо, я отстрелю модуль с данными и пойду по обшивке. Приходи в фитнес-центр и постучи в окно у бассейна. Я почувствую вибрацию. И Эбби. Не рискуй, ладно? Я... Береги себя. Квинтин Эрнс – единственный член команды с особой диетой. Шеф Митчелл попросил готовить для него блюдо длительного хранения. Но он не сказал, когда остановиться. Ох, ну и беспорядок.
Транстаровская железка не рванула. МЮ, вы нашли ее? Обошли? Проголодались? Мы предложим вам огромный и аппетитный выбор блюд от Транстар. Ням-ням. Попробуйте унаги роллы, угли прямо из аквариума.
тебя знакомый голос. Ты кто? Все под контролем. Под контролем. Под... Сканирование завершено. Доступен. Лекционный навык. Тогда ты меня отпустишь? Обещай, что отпустишь. Если я найду тебя, мы оба умрем.
остановиться. Слышишь? Уходи!
Эмма, это Даниэлла. Я пытаюсь вызвать Эбби, но она не отвечает. Пожалуйста, не приходите. Эмма? Прошу вас. Это не... Эмма, я вас почти не слышу. Безопасно. Эбби с вами? Вы в порядке? Это не я. Это я не буду. Не буду этого делать. Ты не...
Морган, если вы здесь, значит, Эбби не выжила, да? Я больше ничего не могу сделать. Но будьте осторожны. В жилой секции кто-то есть, он притворяется Коком. У него браслет из отдела психотроники, но идентификационный номер просто бредовый. Он... Кажется, именно он убил Эбби. Если можно, пусть он не выберется со станции. Я постараюсь помогать вам отсюда. Пока смогу. Прощайте, Морган. Вы нашли директора Шоу. Отлично. Теперь вы сможете попасть в хранилище. Мью, вы еще живы? Отлично. Мы в Украине научились делать мины из железок Транстара. Хотел поделиться с вами этим секретом.